Сегодня мы знакомим телезрителей с пятым героем нового проекта «Папа – самый близкий человек». Имам Хатыб села Кызылъяр Фанис Хазрат Хальфуддинов – отец троих детей. Дочери уже взрослые, у каждой из них своя семья. К примеру, одна из дочерей ведет уроки для местных женщин по чтению Корана в мечети села. Самый младший из детей, Юсуф, учится в 9 классе. Фанис Хазрат с удовольствием делится своими размышлениями о воспитании детей, о разнице отцовской любви к дочерям и к сыну. Менің бір қызым, бірнеше қызым 90-шы жылы туды, екіншісі 95-ті, малай туды 2008-де. Оларының орасы зор. Әлбетте, мен қызларын ұяраттым бірште. Онан малай бен Аллаға Хақсымана Тәлі, мені ол малай шылай бөлігі кештін. Әлбетте, енді қар бір әті кіші ол тілей, оны Аллаға Хақсымана Тәлі, оны малай берген. Әлбетте, оны үйретесі келе бетінде, өзің білгенде үйретіп қалдырасы келе малайына ұлтыра бетінде. Мұнда енді Харбисында өзіне көре Харбисында нендей бір ярату бола. Қыздарының бір түсі өздеріне қас ярату бардыр енді. Бәтті қыз білен малайының тәрбиесі ойырлы. Қыз баланы нендей бір ешке қатлік әлі аны чектер сүйіп, аны чектер теге өзінше яратып ешесің. Әмір лекен қыз бала өсе, анасын бетінің көбірек әнесен дарапыла бетінде ол. Біздің дияраттар көбірек тұшта бетінде, нендер ішілер ішілеп, қүкімет ішілер ішілейбіз, анасын тұштағы ішілер ішілейбіз көбірек. Ағатын қыз енді ол қыз балалар, олар әнелері біләнінде. Ойырмасы деп, қыз балалар қызша тәрбиелерге тиіштір деп енді, олар көбірек бетінде құршақ, анасын енді бәбейін қорыға, ошарға пішіріге, мұнашпытырақтыге, үйдегі шындай атмосферада үйренуге тиіштер бетінде. Ер бала ол көбірек тышта барға тиіштер деп ойлаймын мен. Чөнки біз иратлар, ират деген сөзде ер бет ат ол, ат көбек ішілерге тиішіміз, жұртымызға ризыға қатырға тиішіліміз. Хәм енді білгенлеріміздің мұнашы балаларымызға үйрету біздің үстімізде тиішлі іш. Юсуф с 5 лет читает суры из Корана, намаз, активно занимается национальной борьбой, завоевывает призовые места. Мен таныш деп айтарым ана. Таныш қолықты бала, әмі қар бір кішіні де өзінің қолқы бар. Таныш бұла білу, басы өзіне көре бір сәләттір әлі олмағайын тағын. Менен айырмырақ, ол бек танышырақ менен қарағанда. Менен зәрекіне қызы барапта кетем қашағанда. Оның қолқы танышырақ. Ол бітәрі мені спорт білен шұғылына. Хәм, мұна шұғылдар оңа өзінен дер бір, ну, ұрыша еткенде уверенс берейінді. Ол өзінің ұрынын табадың деді. Хәр бір күші өзінің тойын ұнтасын табырға тиешілі. Точка опоры ұйтларға тиешілі. Біздің ол тойын ұнтасы әлбәтті Хақ Ислам дінінде, мұна бұл Құрәне Кәрім, әлхамділді пиғамсалын сүннетінде. Юсуф признается, отец для него лучший друг, пример мужества, доброты и решительности. Он с особой теплотой и любовью рассказывает о нем. Меня тем тонуш, хем бутен сразу жало пере, кушли булара и рета. Тонуш конечно, ашак мыши, хем окол блин сера, кишкерек мне окол кирайде. Фанис Хазрат считает, наилучший метод воспитания ребенка – быть для него примером. Заботливый отец передает сыну свое умение, учит любить труд, проводить досуг с пользой. Фанис Хазрат с любовью и терпением учит сына правильной жизни, объясняет ее особенности. К тому же он дедушка 6 внуков. Признается, самые прекрасные мгновения, когда вся семья собирается вместе. Біз бірге жиыл шығырды. Біздің балалар бетінде бірсі болды, тұра бірсі Октябрьскеде. Балар үнді де үш, баламды да үш балалар келер бізге. Бір шындай көмек рәуіште, мәселен, біз пұлов пішірген мекен, біз тұшта шындай шашлықлап шығы біздің балалар. Хәм енді біргелеп шында балалар білен бірге шында рахаттанып, шейлер ішіп, бошап ішіп, нашылай үйратабыз, анын табиғатқа шығыра үйратабыз. Әнелері біле енді біз жилек жерге, ол жилек жерге ұрытам, мен де бейінігі әзірлігі ұрытам. Фанис Хазрат стремится подготовить сына к большой жизни, вырастить его достойным и полезным для общества человека. Мені бүгін күнді екі менің, екі шындай фикірім бар. Бірсі
Әлбәтті, ол әгәр кісі, бүгінде да, әгәр кісі шын-шынында Аллах тәлін танып, хан динде былай екен, намазын оқи, мәселен, ол динде, үйрене ұшы, динне, хан дин бойынша шыға тұрша. Бұсы біріншісі. Хан екеншісі сәлеметлік, әбу енді спорт, әлбәтті. Мұна ол, Юсуф, мұна бірінші кластан біз аны бердік гимнастика, бұл гимнастикаға ерді башта болуға бір ел. Анасын 2003 ерді ол Петровта, Сергей Владимировичта ерді ол. Анасын біздің мәктепте Илдар Мұғалимович деген келді тренер, хам ол дәрістер бере башлады, хам тотар күрәші бойынша, бел күрәші бойынша ол қазір мына дәрістер апара, тренировкалар апара, ол қазір шында мына. Шуңа әгер ол шушы жолдан баралса, яки спорт, дин хам спорт деп әйтерем мен. Чөнки дин дұрыс жашау рәуіші, шиста жашау рәуіші, хам спорт ол күш. Әгер күші бар екен білегінде, ол жұртында түзелесек, ол пішенде шығылсақ, ол бөтен іштерінде шылесек физически. Шуңа көрі мына бұл екі жолына, екі аспектіне шуны баралса, шуннан мен ойлаймын да бұл дүниеде ол жоғалмастыр деп иншаллах. В жизни почти каждого человека есть особенный мужчина, который всегда поможет и поддержит, подскажет выход в сложной ситуации, является опорой и надежным тылом. Фанис Хазрат – именно такой отец для своих детей. Героиня ноябрьского выпуска специального проекта редакции «Бавлоинформ» «Мы не одиноки» Тамара Колесникова пережила не одну большую утрату в жизни, перенесла инсульт. Но обладая крепким характером, при поддержке родных и близких, наша собеседница смогла заново научиться ходить и преодолела обрушившиеся невзгоды. Тамара Егоровна родилась в 1946 году в деревне Ключи Бугульминского района ТАССР. В семье было 6 детей. Папа у нас всю войну прошел. Пришел немножко, ну, как контуженный. Вот, и вот мы жили, потом где-то лет, наверное, мне 7 было или сколько, у нас случился пожар, мы сгорели, потом вот переехали, ну, так же в Ключи, в деревне, ну, только в другое место. Ну, папе очень досталось, конечно, строить дом, вот это все, ну, трудности он очень много перенес. Мама у нас сирота, 5 лет ей было, у нее умерла мама. Она воспитывалась с мачехой и с отцом. Они жили в Крымсарае, а потом вот переехали в Ключи. Вот в Ключах вот так я прожила. Потом я училась в школе, потом поехала в строительное училище, после, когда школу закончила. В Знакаеве училась. Во время учебы в училище Тамара Егоровна познакомилась с будущим мужем. Им оказался брат ее однокурсницы Александр Колесников. После свадьбы молодые уехали в Сибирь, в город Заозерный Красноярского края. И мы жили в Сибири, уехали в Сибирь, его туда направили. Мы там года полтора жили. Потом вернулись сюда. И я потом, вот, ну, Бавлы приехали. Потом это... Вот я на работу устроилась в УКРНС, вот работала там. Августина Ивановна вот была у меня, это, ну, как-то пожилая женщина. Я к ней все время ходила за помощью, все. И это, ну, жили вот. Потом я одного родила. Вначале дочку я родила. Я уже с дочкой приехала сюда, в Бавлы. Потом вот сын родился, работал в Украинесе. Потом я поступила учиться в техникум, закончила техникум. И меня... Вначале я кладовщиком в Украинесе работала 10 лет. Потом меня старший бухгалтер взяла, говорит, я ухожу на пенсию, я тебя оставляю старшим бухгалтером вместо себя в материальной бухгалтерии. И вот я все остальное до пенсии, я работала в бухгалтерии в НГДУ.
Годы работы в системе НГДУ наша собеседница вспоминает с теплотой. Хорошие отношения с коллегами она поддерживает и сейчас, уже много лет находясь на пенсии. Коллектив у нас очень был дружный, очень хороший. Главный бухгалтер очень хороший был, Егор Егорович. Потом он ушел на пенсию. Потом вместо его Марс Асланович был главным бухгалтером. Ну вот, так работали. У меня зам-бухгалтер была Клара Оксановна, очень хорошая женщина. Мы все время с ней сейчас общаемся, созваниваемся. Ну вот так уж. А еще с какими-то коллегами вы общаетесь? Да, общаюсь. У меня здесь во дворе подруги. Наташа, вот, Нина, Валя, они все время, ну, мне помогают. Я же все равно, хоть я хожу с палками, но я все равно, мне тяжело одной. Мне надо, чтобы кто-то со мной прошелся вот так. Вот они уж это, ходят со мной, если мне надо куда-то, ну, подальше. Вот не в наш магазин, а, ну, чуть подальше куда-нибудь. По делам? Ну да, вот там на рынок или что. Но я чаще езжу на такси. Куда-то, если мне надо, вот Сбербанк, ну, пенсию снимать. Что-то я, ну, на такси уж езжу. Угу. Тяжеловато мне. Когда Тамаре Егоровне было 52 года, от обширного инфаркта умер ее супруг. Женщина осталась одна, так как дети уже жили отдельно со своими семьями. Но маму и бабушку, дети и внуки навещают постоянно. Мои уже правнуки, когда они приезжают, им стоит только с автобуса, с машины сойти, они все время бегут и кричат: «Бабуля старенькая, дверь открывай!» Ну, любят уж вот так меня. Я тоже их очень сильно люблю. На фотографии они у меня есть. Недуги добрались и до самой Тамары Егоровны. Как-то после работы на садовом участке она зашла проведать дочь. Они только собирались садиться пить чай, как вдруг Тамара Егоровна почувствовала себя плохо. Комната перед ее глазами поплыла. Быстро вызвали скорую. Скорая приехала, мне поставила уколы, увезла. Я лежала, увезли, потом в реанимации лежала. У меня парализовалась рука, нога, речь была нарушена. А это что случилось? Инсульт? Инсульт. Mm-hmm. Вот. Потом после инсульта уж вроде бы, ну, как-то, ну, мне просто строго сказали 2 раза в день пить эти, от давления, в общем, следить за собой, чтобы не повторилось. А потом вот я, ну, ходила, вот, не знаю, вот так бывало. Или голова вроде бы, не знаю. Я 3 раза падала, и 3 раза я, оказывается, позвоночник повреждала. Далее последовало долгое лечение. За руки поднимали. Вот сын с Октябрьска приезжал, там дочка поднимали. Немножко я по палате чуть-чуть ходила. Потом уже сказали, нужно ходули. Она мне купила ходули. Я в больнице ходила на ходулях. После выписки родные Тамары Егоровны обратились в Центр социальной защиты, чтобы к ней приходил социальный работник и помогал с делами по дому. Стала ходить, полегче стало. Потом меня выписали домой. И мы вот приехали домой, дочка сразу обратилась в соцзащиту. Сказала, надо, в общем, маме нужна помощь во всем. Я, говорит, работаю, я тоже ведь не могу, говорит, это. И вот мне сразу дали Светлану. Светлана оказалась очень доброй, хорошей. Она очень даже ухаживала за мной и кушать мне готовила. Убиралась, помогала. Просто сдружилась, вот как она мне близкая родственница. Светлана Закирова работает в Центре социального обслуживания населения «Милосердие» уже 2 года. Наша героиня стала одной из первых ее подопечных. Сейчас девушка посещает 10 пожилых бавлинцев в неделю. В день ей нужно обойти 4-5 адресов, кого-то даже по 2 раза. Везде ее ждут с помощью и чтобы поговорить. Первый день в 8:00 я пришла на работу, и меня отправили сразу к ней. Когда я к ней пришла, она ходила на ходунках, передвигалась кое-как. Я ей помогала кушать, варить тоже, убираться, и по дому все мы делали. Потом мы стали с ней заниматься.
Всю информацию я находила в интернете. Мы делали упражнения на опорно-двигательный аппарат. Мы махали руками, ногами, мячики я покупала, чтобы этот... Надо было как-то ее этот... Ну, во-первых, самое главное, мне кажется, лечение – это было общение. До болезни Тамара Егоровна часто посещала церковь. Теперь же она читает молитву дома. Помимо прогулок, ветеран увлекается разведением комнатных цветов, разгадыванием сканвордов, смотрит телевизор. Особенно любит выпуски новостей местного телевидения. Каждому сезону она, как заядлый садовод, готовит рассаду, которую на участке теперь высаживает ее дочь и зять, а урожай приносит по мере созревания. Дела находятся каждый день. Я Юлия Мусихина, совладелец большой компании. Сейчас все покажу. Это ресепшн, справа отдел перспективных разработок и график роста. Продуктовый портфель развивается. Большая семья как большая организация, и для ее развития нужна поддержка. Национальный проект «Демография» по решению президента. Все меры поддержки семей с детьми. Правда ли, что у женщины с ВИЧ родится инфицированный ребенок? Нет, при своевременном выявлении ВИЧ не помешает познать радость материнства. Подробности и бесплатное тестирование на ВИЧ в филиале центра СПИД в Альметьевске. Мы разные, но вместе мы сила. Вместе мы защитим нашу Родину. Каков отец, таков и молодец. Просто как две капли воды. Ну, вылитый ты. Весь в отца и в маму. Эти люди стали родными. И дело не в наследственности, а в том, что вы сможете передать ребенку. Становитесь родственными душами на усыновите.рф. Нацпроект «Демография». Интеграция, глобализация. А про диспансеризацию ты уже слышала? А я уже прошла. И совершенно бесплатно. Если ваш возраст делится на 3, пройдите бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. Минздрав Республики Татарстан. Чтобы избежать опасных ситуаций, никогда не используйте газовое оборудование не по назначению. Нельзя сушить вещи над работающими газовыми приборами. Газовые плиты запрещено использовать для обогрева помещений. Запрещено использовать помещения, где установлено газовое оборудование, для сна и отдыха. Использование газовых труб в роли подставок или привязывание к ним веревок тоже запрещено. А вот работникам газовой службы предоставлять доступ для проведения техобслуживания нужно обязательно. Берегите себя. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – встать на правильный и безопасный путь. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Любое дело начинается с человека. Сначала я готовила сама, потом команда стала расширяться. Но когда клиентов становится больше, не всегда успеваешь за спросом. А с поддержкой развитие не останавливается. Расширяемся дальше. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» по решению президента. Наше дело – поддержка вашего.
Сейчас я не кричу, у тебя есть жена, ребят, я упал на гире.